мягко говоря, тут плюнул всем людям в лицо, он сейчас представляет всех вас в областном совете. И самое главное, что эти люди, они спокойно существуют, и им плевать на все. Этот депутат, кроме того, что он, ну, тут слов не хватает, я вижу, что какие эмоции у людей. Если у человека есть сердце, он никогда на это не пойдет. И если он представляет всех нас в областном совете, он никогда на это не пойдет. Но я хочу напомнить еще про одну вещь, которая как бы как индикатор сейчас показывает, во что мы превратились. Наши избранники областного совета, в том числе вот этот ваш депутат областного совета от партии регионов, они проголосовали за страшную вещь, за то, чтобы в нашем крае добывался сланцевый газ. Они